Приветствую всех участников проекта «Двигатели Дуйнова». Меня зовут Павел Филиппов, и я являюсь руководителем направления рекламы и связи с общественностью компании Solar Group. Сегодня я в составе большой делегации от компании Solar Group в рамках нашей деловой поездки во Вьетнам приехал с визитом в новый вьетнамский офис, который располагается в городе Финь-Фух. После того, как я с моей коллегой Леван Хинг посетили ПКТБ «Совалмаш» в России, у нас возникла идея открыть представительский офис во Веньфу, чтобы мы могли поддерживать наших инвесторов, партнеров и проект Solar Group во Вьетнаме и соседних провинциях. А теперь наши партнеры представлены по всей стране во Вьетнаме, а также за пределами Вьетнама. Ну, как вы все знаете, в любом проекте и в работе очень важен сам подход к работе. Поэтому мы и открыли офис во Вьетнаме, чтобы каждый смог узнать о проекте «Совалмаш», Solar Group, узнать последние новости проекта, и чтобы работа была более эффективной. Если сейчас бы у нас не было офиса, мы бы, конечно, работали, но вряд ли наша работа была бы такой эффективной. Обычно этот офис больше для тех, кто давно в проекте, для профессионалов. А для новых, кто недавно в проекте, с большинством из них мы работаем по онлайну, в интернете, общаемся в чатах. Раньше мы почти не проводили встречи. График работы офиса во Веньфук довольно-таки плотный. Мы работаем 24/7, без выходных и праздников. Мы всегда готовы поддержать нашего клиента, рассказать ему о последних акциях, ответить на последние вопросы, вне зависимости от времени. Мой совет всем – это когда у вас есть какая-то возможность, вы должны сосредоточиться на ней и воспользоваться. А также вы должны понимать, что вложение – это вложение непосредственно в ваше будущее, не в настоящее, не на завтра. Ну, то есть, например, если вы инвестируете, ну, или же я вкладываю свои средства и должен понять то, что через 3-5 лет получу только свои первые дивиденды. Это простая вещь об инвестициях. А если я использую направление партнерства, то я должен для себя решить, я иду работать по найму без какой-либо инициативы, или все-таки я заинтересован в проекте и готов построить свою систему и полностью отдаться своей работе. В настоящее время наш офис – это второй офис во всем Вьетнаме. И наша цель – это открытие более 50 офисов по всей стране. Мы будем просто копировать эти офисы, потому что понимаем, что эта система работает. Как вы знаете, открытие национального представительства – это действительно отличная идея и очень эффективный способ, чтобы собрать вокруг себя действительно заинтересованных людей, которые движутся с вами в одном направлении. Тогда ваша команда будет очень быстро развиваться. И у меня есть для вас совет. Если у вас нет возможности открыть национальное представительство, то вы можете открыть собственный офис. Это увеличит вашу работу и работу вашей команды в разы. И я хочу пожелать команде «Совалмаш», команде Solar Group и непосредственно своей команде, чтобы мы всегда развивались и достигали поставленных целей, а также целей основателей и партнеров по всему миру, чтобы проект достиг тех высот и тех разработок, которые нужны рынку и принесет прибыль инвесторам. Я надеюсь, что эта технология действительно изменит наш мир к лучшему. Это второй офис, открытый во Вьетнаме. Я хочу поздравить всех инвесторов и партнеров с этим событием и напомнить, что вы всегда можете прийти в этот офис, пообщаться с нашими партнерами, получить ответы на любые ваши вопросы и узнать самую актуальную информацию о нашем проекте. Обязательно приходите и привозите с собой друзей.